Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает остаться на новый срок. Об этом он заявил в день голосования на президентских и парламентских выборах. Действующего главу государства называли фаворитом этой избирательной кампании. Соцопросы прогнозировали победу Вучича и его прогрессивной партии с большим отрывом от оппонентов. Мы ожидаем крупной победы. Это то, над чем мы работали последние 4 или 5 лет. Мы верим, что продолжим очень серьезную работу и, конечно же, внесем большой вклад в развитие этой страны. Главным оппонентом Вучича на президентских выборах называют бывшего начальника генштаба Здравка Поноша. На 250 мест в народной скупщине претендуют 19 объединений. На втором месте после прогрессивной партии парламентского большинства в предвыборных рейтингах шли оппозиционная коалиция Поноша «Объединенные для победы» и блок во главе с социалистической партией.